Еще раз здравствуйте. Вы смотрите выпуск Бюро новостей Давича. Меня зовут Дмитрий Житарчук, и мы продолжаем. Представители Кировского отделения Общероссийского народного фронта на днях встретились с депутатом Государственной думы Рахимом Азимовым. Общественники и народный избранник сошлись во мнении, что для того, чтобы решать проблемы региона эффективнее, необходимо объединить усилия. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки Рахима Азимова в регион. Как отметили члены Общероссийского народного фронта, неплохо было бы выстроить сегодня вертикаль взаимодействия между активистами в регионе и Государственной думой. Так, по мнению общественников, проблемы будут решаться гораздо быстрее. И здесь особую роль Народный фронт отводит как раз депутату. Как отметил сопредседатель ОНФ Роман Титов, опыт совместной работы уже большой. К слову, на встрече активисты и Рахим Азимов остановились на нескольких проблемах. Обсудили вопросы утилизации отходов и так называемой мусорной реформы, а также благоустройство дворовых территорий и детских площадок. Мы, коллеги мои сейчас расскажут, недавно проводили мониторинг дворов, состояние, мониторинг детских площадок, и выяснили, что не все у нас так хорошо. И хотелось бы, чтобы появлялись конструкции во дворах, площадки и прочее, которые соответствуют нормам, которые безопасны для детей, а не просто стоят там ради галочки. Это очень правильно, потому что там будет 4 новые программы, это имеется в виду по линии партии «Единая Россия», в том числе вот благоустройство дворов. Да? И сегодня надо, конечно, готовить все необходимые документы, обоснование, чтобы попасть в эту программу.